Приветствую вас, уважаемые друзья и коллеги по хобби. Продолжаю дальше собирать танк «Королевский тигр» от фирмы ICM. Как видите, я его уже практически собрал. Осталось только приклеить на него шансовый инструмент, тросы, ну и всякую мелочевку. Многие спрашивают из подписчиков, как лучше красить по отдельности шансовый инструмент или приклеить на модель и красить на модели. Хочу ответить на этот вопрос. Красьте, как вам удобно. То есть на некоторых моделях, как, например, на Королевском тигре, я приклеиваю все, а потом аккуратно расписываю кисточкой в нужные мне цвета. А на некоторых моделях, наоборот, крашу все по отдельности, а потом уже готовый инструмент приклеиваю к покрашенной модели. То есть, опять же, в зависимости от сложности модели, как на ней что расположено, удобно ли подлезть кисточкой, я вот от этого исхожу. Также, например, как на немецкой технике, вот, бывают вопросы, и очень часто, в какой цвет красится огнетушитель и в какой цвет красится домкрат. Так вот, отвечу вам на этот вопрос. На немецкой технике огнетушитель с домкратом могли краситься в цвет данного танка. То есть до 43-го года они могли быть серыми, после 43-го года они могли быть желто-оливковыми или грязно-желтыми, или в цвете Дункенгельб. Поэтому могли ставить домкрат и черным, но черные я больше встречал на фотографиях, это заводские все-таки домкраты. Вот что сделал на данном танке. Как видите, уже повесил запасные траки. Но запасные траки, это скорее всего они не как запасные, а просто как дополнительное бронирование сделаны. Рабочий ствол. Как видите, танк собран на сухую, но все очень хорошо стыкуется. При помощи клея все хорошо станет на свои места. В сборке данный танк мне очень нравится. Нету ничего сложного. Все довольно-таки просто собирается, без проблем. За что мне очень понравилась эта модель. Если у вас есть желание приобрести эту модель, вы ее можете приобрести на сайте магазина «Я моделист». Начнем собирать дальше. Берем каждую деталь и приклеиваем ее, ставим на свои места.
Закончил, друзья, с мелочевкой. Все поставил, как видите, на свои места. Прихватил немножечко наклей вот эти детали, чтобы было удобнее покрасить. Потом их сниму, вставлю катки, и заодно места останутся в пластике, потом будет легко их приклеить. Ну и сами будет покрасить намного удобнее на модели, чем придумывать что-то и на чем-то их красить другом. Как видите, получается красивый, хороший танк. На этом буду заканчивать. Следующая часть уже будет по покраске. Начну лакокрасочные работы. Сначала буду красить нижнюю часть, катки, ставить гусеницы. Гусеничные ленты, а верх буду красить отдельно и уже потом все вместе это соединять. Кому интересно, продолжайте следить за выходом следующих частей. Кто не подписался, подписывайтесь на канал. Спасибо вам, друзья. До новых встреч!